И снова в школу. Что такое новые образовательные стандарты? Сколько и каких проверочных работ придется сделать нашим школьникам в этом году? Смогут ли родители повлиять на меню школьных столовых? Не станет ли массовое математическое образование препятствием для развития гуманитарных знаний? На ваши вопросы в 19 часов в прямом эфире ответит начальник департамента образования Белгородской области Елена Тишина. Трансляция на телеканале «Мир Белогорья», на радио «Мира Белогорья», на нашем канале в YouTube и в группах в соцсетях ВКонтакте и Одноклассниках. Вы можете уже сейчас оставить вопрос на автоответчике или задать его в прямом эфире по телефону в Белгороде 78-78-01. Оставить вопросы в группах «Мира Белогорья» ВКонтакте, Одноклассниках, Инстаграме и Фейсбук. Прямой эфир 3 сентября в 19 часов на «Мире Белогорья».